Автомобили без водителя. Азиатские специалисты испытывают новые беспилотные технологии. Испытания прошли в Китае, Республике Корея и Сингапуре. Подробности далее в выпуске. Впервые тестирование автомобиля, способного передвигаться без водителя за рулем, провели в Сеуле. Когда загорается красный свет, машина тормозит перед стоп-линией. То же самое происходит и когда на пешеходном переходе появляются люди. Умный автомобиль также снизит скорость перед препятствием и сможет объехать его. Необходимо провести испытания в реальных условиях, прежде чем беспилотные автомобили поступят на рынок. Опыт нахождения на настоящей дороге с другими машинами очень поможет. Беспилотный автомобиль тестируют и в Сингапуре, правда, здесь он выглядит как машина для гольфа. Его единственная задача – перевозить пассажиров на короткие расстояния, например, между метро и остановкой автобуса. Создатели надеются, что это позволит снизить количество личных машин на дорогах. Беспилотные технологии помогут решить проблему перемещения из дома до метро и от метро до нужного места. Это позволит многим сингапурцам отказаться от вождения машин. Сингапур представил и первый в мире беспилотный автобус. Он выйдет на пробный маршрут уже в декабре этого года. Между тем, от двух азиатских тигров не отстает и Китай. Компания Хунци, независимо от других, разрабатывает свои беспилотные машины. От обыкновенных они отличаются лазерным дальномером, установленным на крыше. Прибор способен сканировать окружающие предметы и считывать данные об их форме и расположении, определяя расстояние между объектами. Максимальная скорость экспериментального автомобиля – 120 км в час. Как ожидается, китайская разработка выйдет на рынок к 2025 году. Цичуна, CCTV.